Что? Без разрешения. Вы кто? Гражданин, человек. И нельзя снимать на территории школы без разрешения администрации. Хорошо. Откуда звук, я не понял. А что за нарушение? Нарушение заключается в том, что согласно статье 8 Федерального конституционного закона, при расположении двух флагов, флаг Российской Федерации должен располагаться слева. В данном случае флаг располагается справа. Ответственность справа. Ответственность за это предусмотрена статьей 17.200 Кодекса об административных правонарушениях. В случае, если должностные лица, штраф до 50 тысяч, юридические лица до 100 тысяч. Здрасте. Ой, простите, пожалуйста. Вы снимали это, что вы снимали? Что? А, вот просто общий план участка. А вы откуда у нас? Он сейчас снимал. Отсюда? Нет, вы кто? А, человек. Хорошо. Просто гражданин. Да, все, да. Вопросов нет. Это административное правонарушение, это не хост-часть. Принимайте. Принимайте заявление согласно 14 пункту из приказа номер 736, бланк устного заявления. Требуем. Да, просто. Да, пойдемте. А еще у меня такое предложение. Не писать заявление, потому что я же здесь учился. Здесь работают учителя, сейчас еще моего бывшего учителя, как он привлекает. Исправить быстренько, да и все. Проверить достоверность изложенной мной информации. Загуглить в интернете, как должен располагаться согласно статье 8 ФКЗ номер 1 флаг слева или справа. Действительно ли такая высокая предусмотренная ответственность статьи 17.10 УАП? Перевесите, и мы пойдем. Что это? Наказывать кого-то. Юрий, вы добрый. Добрый? Да. Ну, говорят, можно ли их перевесить? Ну, это надо к школе. Кто у нас сейчас ответственный по школе, мы сейчас это самое, кто вешает. Ну, кого-то можно же найти. Да, конечно. Ну, в игре его около часа понадобилось. Там у них какой-то на козырьке кабинет специальный, опечатанный. Его нужно было распечатывать. Главное, нигде здесь нет нарушений. Нигде, только да. Здесь. Пришел в свою школу. А где вы жили? Я живу в Чернике. А сюда ездили учиться, нет? Нет, я здесь жил раньше. А где? На последней переулке. 10-й дом? Нет, 11-й. Еще же есть. Это панель. Там Пасько, скажешь, подумал. Ну, я не знаю, я довольно давно оттуда уехал. Здесь же Абрамович тоже. Да, Ромка здесь со мной. Он жил, по-моему, здесь на Трубной. Да. Но он не все время здесь учился, он в разных школах учился. Просто они проверили, но где? Нет, нигде. Здравствуйте. Сейчас перевесим. Скажите, как санитарно? А вы посмотрите статью 8, это написано. Какая статья, да? Не, просто в Гугле, Google картинки прям вбиваете, как должен висеть российский флаг по отношению к флагу субъекта Российской Федерации. И прямо там, вот в Гугле раньше в отделениях полиции, спасибо, кстати, висело. Да, ну как же я же здесь учился, когда же не отучился. С утра бы пришли, мы бы с утра, вчера вернее. Ну я пришел сегодня. Я вчера, меня здесь не было. Ладно, хорошо. Ну до свидания. До свидания. Сейчас перевесим. Да. Мы пока на воздухе побудем. Смотрим. Ну давайте привлекаться. Ну давайте, а что вот это хочется? А запрещено, да? Да. А какой статьей я посмотрю, я просто не знал. Ну давайте, если уж сказали А, то говорите Б, я проверю сейчас. Смотрите. Хождение по газонам. Какая статья КУАПа?
А кто? КУАП города Москвы или КУАП РФ? Товарищ охранник. Все, а где у нас есть? Леша, давай лезь. Товарищ охранник, вы меня слышите или нет? Ну вы мне обвинение предъявили. Что это такое? Он мне обвинение предъявил, вот этот охранник, только что. Говорит много, Леша. Честное слово, говорит нарушение, я вот там показал и перешел, да, на детскую площадку. Говорит нарушение. Я же не против ответить. Или давайте напишем заявление тогда. Зачем? Меня привлечем и вас привлечем. Не нас за что? Ну вот что нарушение. А меня-то за что? В чем пришел? Вот давайте. Нет, не надо. Не пусть извиняется. Не надо, не надо. Сейчас лестницу он принесет. Не, он просто реально дерзит уже. Просто. Ну либо все. Он извиняется, либо я пишу. Вы ему скажете, либо он извиняется, либо я пишу. Мы же по-человечески действительно, что он ходит, тявкает тут? А то какой-то сраный охранник, но круче себя полицейского. Да. Надо его наказать. Ну, сейчас решат на полу. Ну, полицейские же просто в отделе полиции работают, знаешь, служат. А он же работает в школе, где Абрамович учился. Может, он тоже, не знаешь его, он тоже, может, ваш одноклассник, нет? Просто какой? Как, он ну, может, он может, он прибухивал, не знаю, это, изменился, забальзамировался. Может, сидел по этому молодому. Да. Филя, отделение. На работу. Извините, превысил полную эмоцию. Доволен? Нет, недоволен. Я не вижу откровенности. Я тоже не вижу. Какие полномочия? Вы как гражданин имеете право сделать мне замечание. Ваши полномочия не превышены. Вы мне первую предъявили. Я вам ничего не так. Я вам предъявил. Вы первые подошли ко мне и сказали, что тут съемка что-то запрещена. Не было такого? Я на посту. Двоечник сейчас. Двоечник, конечно. Сейчас принесу. Спасибо. Спасибо. Все. Да, все. Спасибо за понимание. Все.